В Новоподрезково реконструируют канализационно-насосную станцию. Сегодня директор Химкинского водоканала провел рабочую встречу с подрядчиком. Оборудование обновляют, чтобы почти втрое улучшить производительность. Сегодня станция обслуживает северную часть Сходни, Подрезково, Новоподрезково и микрорайон Синявинское, то есть территорию бывшего военного городка в Москве. Поэтому проект реконструкции ведут совместно с Министерством обороны. На сегодняшний день подходит к концу отделочные работы как снаружи, так и снутри. К концу мая мы ожидаем, что они полностью будут завершены. Значит, начиная с июня месяца будет осуществляться поставка технологического оборудования. Это большие насосные агрегаты. Их будет ровно 5. Окончание работы, запуск обновленной КНС планируют в октябре этого года.